Добрый вечер на канале Афроманго Мукбанго. Мукбанг. Ужин. Ужин, да. Ну еще раз здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афроманго Мукбанго, да. Так, сейчас я сделаю под левую руку бутерброд. Так, чаек у меня Гринфилд. Сахарным песком. Бутерброд. Батон. Кетчуп, майонез, да? Хрен. Хрен. Сыр. Копченый. Копченый, плавленый. Колбаса литовская. Литовская. Колбаса дуэт. Дуэт еще. А, да, дуэт еще. Да, еще дуэт. И ветчина. Ветчина. Вот такая ветчина. Деревенская. Деревенская, да. Вкусная. Да. Вкуснейшая. Вот. Ветчина. Вкусок. Всем приятного аппетита. Кто ужинает? Ну что ж, поздравляю всех с выходными. Начавшимся с пятницы на субботу, субботу на воскресенье. Кетчуп, майонез. И хрен. Хрен, вкусно. Холодные выходные он. Самые холодные выходные с начала лета. Так будут. Ты мне не сказал, будут. Не наступит. Надо прочитать толкну, интересно. Правда ли, что притяжение Луны влияет на жидкость в теле?
Правда. Дед кости в теле, да, правда. Однако это влияние настолько незначительно, что вряд ли может серьезно сказаться на самочувствии. Ладно, покушаю, почитаю. Вкусно. Вкуснейшие бутерброды, вкуснейшие я. Вкуснейшие, вкуснейшие. Так сегодня я пригласила Алёшу на трансляцию. Ну, там тебе что-то собирается сегодня написать что-то. Хорошо, спасибо, говорю. Вкусно? Угу. Конечно, вкусно. Я не сомневаюсь.
Говоришь, с хреном нравится. Угу. Ничего себе. Ты меня, знаете, кто освободил? Давно пора. Ты думаешь, причину пишут? Можно по... Догадаться можно. Конечно. Да просто так меня не освобождают. Вкусненькая, свеженькая, это. Угу. Личинка? Угу. Да, мясо нежное, чувствуется, угу, да? Угу, угу. Очень мягкое мясо. Угу. Ну и свежайшее прям. Ничего себе. Видишь, вон, то же самое, что с тобой произошло вчера. Только ты там не оказался почему-то. Да. Говорю, поэтому не ссутся нафиг. Так угорел я. Они же видят трамвай. Ты такой трамвай микроскопический, что его незаметно. Не видно. Бы не говорил. Кто такой, новые люди, что ли? Да. Против Шатюка суд что-то. Да, там. Да, там что-то такое. Да? Я не в курсе. Администрательное дело. А, дискредитация.
вооруженных сил России. А что такое в стакане? Да? С пулей. Непробиваемый, что-то такой характер, что-то такое. Да. Очень вкусно. Там это бутербродики наисвежайшие. Все зависит от того, сейчас какой хлеб. Если хлеб свежий, то да, тоже. Тоже вкусно. Хлеб же не сухарь. Правильно? Ясно. Спасибо маме за такие вкусные бутерброды. Они всегда вкусные. Угу. Все еще зависит, понимаешь, какая колбаса, какой сыр. Потому что у каждого сорта колбасы и сорта сыра свой вкус. А здесь все копченое. Угу. И ветчина тоже копченая, поэтому очень вкусно.
Еще чай. Чай. Угу. Налей, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Не еще чаек. Темная душа. Ага. Да. Вкусно. Угу. Ну ты что не ешь ничего? Не хочешь? М? Не хочешь хотя бы один бутерброд съела? Я? Нет, не, я бутерброды не ела сейчас. Не, вообще. Что вообще? Сейчас бы съела бутерброд, не хочешь? Нет. С чаем? Нет. Thank you.
нежнейшие бутерброды. Вкуснейшие. Уже половина восьмого. Чай горячий, поэтому пью из ложечки. Чтоб не обжигаться, да? Очень, очень горячий. Горячий, конечно. Этой температуры достаточно, чтобы обжечься.
Ставим лайки, подписываемся на канал. Здоровья, удачи, счастья и всего самого хорошего, да? Угу. Не уходите далеко. Да, не уходите, потому что я еще не дочитал. Надо еще прочитать. И на трансляцию приходите. Да. Сейчас я буквально кусочек почитаю, буквально кусочек. А мне? Да. Так. Полнолуние издавна ассоциировался с агрессивным поведением, припадками, психическими заболеваниями. Еще Аристотель полагал, что Луна управляет колебаниями жидкости в мозге. Так же, как она управляет колебаниями воды при приливах и отливах. А после открытия Ньютоном закона тяготения, эта теория получила дополнительный импульс. И сегодня можно встретить мнение, что новолуние... Давление жидкости в организме снижается, поэтому этот период якобы тяжело переносится гипотониками, а также может вызвать эмоциональный спад у людей, склонных к депрессиям. Полнолуние, наоборот, кровь якобы приливает в голове, поэтому этот период опасен для людей с гипертонией и склонностью к маниям. Но эти представления не согласуются с физикой. Сила притяжения зависит от массы объектов и расстояния между ними. Чем массивнее объект, тем сильнее его гравитационное поле. И чем ближе к нему другой объект, тем сильнее он притягивается. Ближняя к Луне сторона Земли испытывает большее притяжение, чем дальняя. Из-за этого возникают приливы и отливы. Но человеческое тело как так мало, что... Так мало, что этот эффект его не коснется. Тоже можно сказать и про небольшие резервуары, озера, пруды и бассейны. Кроме того, в нашем теле постоянно идут внутренние процессы, которые гонят жидкости в нужном направлении. Сосуды сужаются, расширяются, сердце сокращается между отдельными клетками. Идет обмен веществ. Влияние Луны со сравнении с этим ничтожно. А как насчет лунного света? Он действительно вреден? Еще одна популярная версия гласит, что яркий ночной свет во время полнолуния влияет на биоритмы, а через них на здоровье и поведение человека. Этим якобы и объясняется то, что люди плохо спят, становятся агрессивными, переживают обострение психического и физических недугов. Эта версия кажется более правдоподобной, чем гравитационная. Уровень света действительно влияет на выработку гормона мелатонина, а он, в свою очередь, запускает реакции засыпания и пробуждения, а также управляет многими процессами в теле. Свет Луны не разбудит спящего, но его может быть достаточно, чтобы препятствовать засыпанию. Так. Ну и все, хватит. Да. Да, очень интересно. Кто хочет дочитать до конца, мы ставим ссылочку. Угу. Ссылочку оставлю, да. Так. Так. Эти каркуши. Каркуши.
Кар-де-кар. Все. Спасибо большое, что меня посмотрели. До следующего мукбанга. Это надо отметить. Официант. 400 капель валерьянки и салат.